Уважаемые телезрители, в эфире сотый выпуск православной просветительской программы «Дорога к храму». В студии телекомпании «Экран-5» Лариса Яснова и ваш собеседник сегодня, которого я с особенным удовольствием представляю, архиепископ Истринский Арсений, викарий Московской епархии. Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер. Мы очень благодарны вам за то, что вы согласились принять участие в нашей сегодняшней, ну вот для нас она юбилейная, сотая программа, поскольку мы вышли... И зрители, если смотрели нас когда-то с самого начала, около 2 лет тому назад, в маленькой студии Южного же округа Сабурова. И программа, помимо дат православного календаря, освещала текущую жизнь Даниловского благочиния. Но вот уже около года мы ведем свои передачи из студии телекомпании «Экран-5» Южного же округа, но из студии, которая имеет... возможности большего телевизионного показа. И в нашем эфире, соответственно, все чаще стали принимать участие, чаще стало принимать участие духовенство других благочиний Москвы, за что мы им также глубоко признательны. И все это время нас опекает префектура Южного округа, которой, конечно, особое от нас спасибо. И теперь уже традиционно наши эфиры строятся на датах православного календаря и событиях современной жизни Русской Православной Церкви. Поскольку в историческом смысле православный календарь необъятен, и мы за 100 наших программ не исчерпали и тысячной доли его содержания, а события современной жизни Русской Православной Церкви теперь очень многочисленны, многообразны, так что все время стоим перед выбором, что дать в каждый эфир. И вот сегодня первый наш рассказ об иконе Божьей Матери Державная, которая была обретена в 1917 году в храме Вознесения в Коломенском. И сегодня же, в день памяти благоверного князя Даниила Московского, мы напомним о его житии и о тех событиях нынешней жизни, которые связаны с именем этого князя. Ну а все остальное время мы, конечно, принимаем ваши вопросы к Владыке Арсению, а также ваши пожелания и программы, которые мы готовы слушать всегда. Телефон прямого эфира 391-45-54. И во время программы будет звучать музыка Великого Поста, записанная мужским хором Московского Свято-Данилового монастыря, а также сочинение Чеснокова в исполнении хора Ликостояния. И вот уже есть вопрос, Владыка, с вашего позволения я его принимаю. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Владыка, здравствуйте, скажите, добрый день. Пожалуйста, мне ответьте на такой вопрос, который меня очень волнует. Мой покойный муж был старой верой. И он в 17 лет был взят на фронт, и свои обязанности по вере фактически в течение жизни не справлял почти. И когда он умер, то в церкви, где родители его всегда обращались,
Все сказали о том, что ну тогда надо обратиться в православную церковь. Я православный вес. Мы его отсели в православную каноническую церкви. Вот. Правильно ли мы сделали? Не является ли это большим грехом для нас? Спасибо. Спасибо, я ваш вопрос понял и должен вам сказать, что вы правильно сделали. Греха вы никакого не допустили, так как собор 71-го года снял клятвы со старых обрядов и со старообрядцев. С нашей стороны была протянута рука, но, к сожалению, старообрядцы не все на это отреагировали. Поэтому мы не рассматриваем старообрядцев как наших сограждан и собратьев, которые от нас отделены. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Вас. Владыка Арсений, скажите, пожалуйста, вот я очень верующий человек, часто хожу в храм, исповедуюсь, но у меня есть люди, которым это не нравится. И вот эти недоброжелатели поставили свечу на каноник о моем упокоении и назвали мое имя. Вы что мне теперь сейчас делать? Чувствую себя плохо. Спасибо. Спасибо. Я должен сказать, что у вас, по-видимому, сильная мнительность и суеверие. Потому что ни один человек не может верующему христианину сделать что-то плохое. Есть слова в Священном Писании, которые убеждают в том, что аще, если мы люди верующие и истинно во Христа веруем, то аще смертные нам дают, не умрем мы. Спасибо. Спасибо большое, Владыка. И мы начинаем текущую часть нашей программы. Наша первая рубрика, первая страница «Православный календарь». По старому стилю, 15 марта по новому стилю, то есть прошедшее воскресенье или в неделю вторую Великого Поста, празднество иконе Божьей Матери, именуемой Державная. Эта икона была обретена в начале 20 века, в 1917 году, 2 марта по старому стилю, 15 марта по новому, в селе Коломенском в подкрете храма Вознесения. Указала на это место нахождение иконы крестьянка Евдокия Андрианова. Богородица изображена на этой иконе как Царица Небесная на троне с младенцем Иисусом на руках и с царскими регалиями в короне, в царской короне, в красной порфире, со скипетром и державой в руках. И день обретения державной иконы совпал точно по дате с днем отречения императора Николая II от престола. И для того, чтобы был более понятен, ясен смысл обретения иконы Державной Божьей Матери, наш небольшой рассказ, исторический рассказ об отречении Николая II от русского престола. Император Николай II в феврале, в начале марта 1917 года совершал поездку в пограничных областях театра военных действий. Напомним, что это был уже четвертый год войны с Германией, и внутри России уже свершилась революция. Совершал он поездку от Могилева из Ставки в Царское село, в Петербург. Но по пути из-за восстания в нескольких городах вынужден был через некоторое время свернуть. Поезд пошел через Валдай, Дно, на город Псков. Города приезжали, в которых уже началось восстание, и от Вишеры царский императорский поезд вынужден был свернуть на Псков. И 1 марта по старому стилю, 14 по новому, императорский поезд подходил к древнему Пскову. Станция была темноватая, народу встречавшего было немного, и встречал в основном только псковский губернатор, и уже не было ни почетного караула, ни официальной встречи, а в самом В Пскове было тихо, поскольку он был в театре военных действий, и, конечно, волнений внутри города было трудно ожидать. И 2 марта, 15 марта, по новому стилю, в четверг, с самого утра начались очень трудные переговоры
императора с командующим Северным фронтом генерал-адъютантом Русским и разговор с Родзянко по телефону. И в своем дневнике, который император вел ежедневно, он записывает, Николай II записывает, что по результатам переговоров ясно, что всем нужно его отречение. И поздно ночью 2 марта, 15 марта по новому стилю, император Николай II подписывает манифест об отречении от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Это событие произошло в царском поезде на вокзале города Пскова. Перед вами манифест отречения Николая II от престола. И в тот же день, но уже далеко от Пскова, в Москве, недалеко от Москвы, к югу от Москвы, была обретена икона Державной Божией Матери, где Богоматерь изображена с царскими императорскими регалиями. И у меня вопрос к владыке Арсению. Вот это как бы символическое обретение иконы в день отречения Николая II, оно ведь трактуется как-то православной русской церковью. Будьте добры, если не сложно, несколько слов об этом. Я должен сказать, что явление иконы всегда и бывает по случаю какого-то события и связанное с чем-то. И вот явление иконы Божией Матери Державной, оно было связано с тем событием, о котором вы сейчас нам рассказали. Мне думается, что если мы скажем, что отречение императора явило собой Матерь Божию, как бы, которая взяла на себя управление Россией, может быть, это доля истины, но у нас прямо не открыто это. В то же время отступление от той власти, которая была дана императору, потому что в прошлом веке говорилось о том, что император – это Богом данный человек, он миропомазанный, то есть он расценился как человек первый в государстве, и который, так сказать, имеет особые как бы полномочия и права. И вот вы видите, что случилось. Получилось так, как наш один знаменитый академик сказал: «Бойся друзей твоих, ибо в худшем случае они могут предать тебя. Не бойся врагов твоих, в худшем случае они могут убить тебя. А бойся теплохладных, с молчаливого согласия которых происходит в мире убийство и беззаконие». Вот аналогичное явление случилось с императором Николаем II. В то время, когда политический, экономический кризис и военный охватил Россию. И вот, получая постоянно, может быть, с их подачи, может, еще с какой-то, печальные известия о неудачах, и все, человек в какой-то мере стал сомневаться в своих способностях. И та элита, которая помогала в управлении государством, она все представила в таком виде, что нужно лучше всего уйти. Император ушел. И вот мы с вами видим как бы явление, которое неординарно для такого момента. Мы видим явление иконы Божьей Матери. Вы представьте, сейчас наше общество секуляризированное, а раньше оно ведь было все православное. Хорошо, если интеллигенция в какой-то мере это все понимала и могла счесть возможным. Но простой народ, который в меру своих сил и верований был, так сказать, очень религиозен, уважал императора и почитал его, для него было это непонятно. И вот явление этой иконы, она в какой-то мере явилась своего рода утешением народу в результате потери императора. И поэтому с тех времен стало говориться, что с отречением императора Матерь Божия, как бы вот державная, стала хозяйкой России. Спасибо. Владыка, я принимаю вопрос, пожалуйста. Мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Меня извините, пожалуйста. Я смотрю передачу, я чувствую, что у вас такие очень серьезные вопросы обсуждаются. Может быть, мой вопрос не совсем к месту. Но ради я Бога, не любой. Соответственно, на него. Дело вот в чем. Такая вещь вот меня интересует. Вы знаете, я хожу в церковь не так часто, но с удовольствием всегда хожу, и я там себя очень хорошо чувствую. Такое просветление и душа, и все. Но вы понимаете, какая вещь происходит? Вот если только не попадешь непосредственно на службу, то очень часто и в московских церквях, и за городом, скажем, в области я был неоднократно, перекрыты вот доступ к иконостасу, какие-то вот скамейками загорожены, то есть какие-то закуточки приходится находиться. Знаете, это вот так должно быть? Или как вот вообще? Как бы нет такого свободного доступа, тогда, когда удобно мне. Потому что
точнее так скажем. Ведь я не могу, понимаете, непременно попасть на службу, скажем, там, работа, туда-сюда, все такое. Вот как вот это вот, как-то доступ, как бы, получается, ограничен просто вот в какие-то места такие. Вот, спасибо. Это так подготовить или это удобно служителям, вот как это понять? Спасибо. Я вас вопрос понял. Если вы имеете в виду во время богослужения, то есть определенный порядок, который не приличествует нарушать обстановку в храме. Поэтому люди, которые приходят позже, они остаются на том месте, где это возможно им остановиться. Если же вы в небогослужебное время посещаете храм, как всегда знаете, после окончания богослужения в любом храме производится уборка помещений. И те люди, наши же престарелые матери и бабушки, которые этим занимаются, они, так сказать, чтобы люди не надоедали, их не оговаривать каждый раз, они делают какие-то преграды, чтобы не портить уже убранную, так сказать, территорию, и таким образом преграждают. И это в какой-то мере ранит людей, потому что большая часть московских храмов – это маленькие приходские храмы, они не по территории поместительности небольшие, и людям хочется все сразу убрать, чтобы было чистым, потому что в любой организации есть свои начальники, которые требуют чистоту и порядок. И любой храм, он гораздо приятнее, когда в нем чистота и порядок. Если же в храмах злоупотребляет кто-то из обслуживающего персонала, об этом нужно сообщить старосте или настоятелю. И, так сказать, соответствующее будет сделано внушение тем людям, которые допускают какие-то некорректные действия по отношению посетителей и молящихся. Надо попробовать как-то приноровиться, приходить и пытаться в то время, когда можно получить доступ вот к той иконе, которой вы хотите. Да, я еще приму один вопрос, а далее тогда мы продолжим уже ведение нашей программы. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос, владыке Арсению. Здравствуйте. Здравствуйте. Владыка Арсения, хотел бы задать вопрос. Я не раз выхожу из церкви и причащаюсь. Но так как народу в церкви очень много, и полностью, как говорится, я не могу раскрыть свою душу, свои грехи. Как же мне поступить в этом случае? Я вот причащусь, все ухожу, и у меня такое ощущение, что я все-таки не очистила свою душу. Что мне делать? Как мне быть? Мне думается, что вам правильно нужно было бы сделать так, что сначала поступить по словам Священного Писания, которые говорят, если ты принес дар твой к алтарю и вспомнил, что ты имеешь на брата своего что-то, пойди, оставь тут дар твой, и пойди сначала примирись с братом твоим, а потом принеси дар твой. Это вот первое условие, которое требуется от христианина, который приходит к таинству исповеди в храм. Второе. Вы видите наш многомиллионный город и та небольшая сеть храмов. 310 храмов сейчас практически действует на всю Москву и 8 монастырей. Естественно, священнослужители, пресвитеров примерно 600 человек, они не могут полностью быть, внимательными к каждому человеку, приходящему в храме. Но ряд храмов, я должен вам сказать, у них есть особенность, когда исповедь начинается происходить в вечернее время, во время всеночного бдения, где много причтовые приходы. И тогда люди в спокойной обстановке, спокойно со священником беседуют по всем тем вопросам, которые их интересуют. Но мне думается, что в вашем сердце есть какая-то тяжесть чего-то, и вы вроде и хотите сказать, и в то же время вас и смущает что-то, или вы в чем-то не уверены, вам нужен священник, с которым вы могли бы сначала побеседовать. Не просто исповедоваться, а побеседовать. И если интеллект его развития, его познания будут соответствовать вот тем вопросам, которые вы хотите ему задать или узнать от него, то я думаю, вот с тем у того священника вам нужно и будет исповедоваться. Но для этого нужно немножко и потрудиться. Спасибо, Владыка. Мы продолжим наш рассказ об иконе Державной Божией Матери. И я скажу о том, что в первые годы после ее обретения, то есть вот в 1917 по 30-е годы, как обычно, с иконы делались копии, как называют их, списками, что в дальнейшем очень затруднило поиски вот именно подлинной иконы, когда-то обретенной в Коломенском. И сложилась легенда, что подлинная икона в 30-х годах была вообще утрачена. И вот Виктор Васильевич Филатов, профессор, заслуженный деятель искусств, художник-реставратор высшей квалификации, у него совершенно
фантастический набор всех его вот регалий и должностей. Человек, член приходского совета храма Рождества Христова в Измайлово, он не раз выступал в нашей программе. Вот Виктор Васильевич Филатов сумел путем сопоставлений, сравнений, архивных фото и письменных материалов определить именно ту икону Державной Божьей Матери, которая была обретена 2 марта по старому стилю, 15 марта по новому в 1917 году. И об этом его рассказ для вас, уважаемые телезрители. Но прежде чем рассказать, собственно, об определении и о нахождении подлинного образа, явившегося в марте месяце 1917 года, я немножко хочу рассказать, как к этому я случайно фактически подошел. Дело в том, что я занимался подготовкой иллюстрации к словарю изографа, где мне нужно было дать хороший точный рисунок иконографии Державной Божьей Матери. К сожалению, обнаружилось, что есть несколько вариантов, но неизвестно, который из них наиболее был близок к первоначальному иконографическому типу Богоматери Державной, именно которая была явленной иконой в 1917 году. И тут мне помогла случайно сохранившаяся у меня от моих родственников фотография этой иконы, подлинной иконы. Фотография ко мне пришла из Алексеевского монастыря, в котором была живописная мастерская. Руководила ей Ангелина Обухова, художница. Эту мастерскую обычно консультировал Виктор Васнецов, известный русский художник начала 20 века. В результате прошедшей реставрации на иконе сохранились, конечно, определенные изменения. Во-первых, была оперена нижняя часть доски. Второе, ее обили, скрепили, поскольку она распадалась на три доски, скрепили обычным полосовым железом. И доску сильно помыли. Саму живопись отреставрировали. И так она находилась в храме Вознесения в Коломенском до 1922 года, когда было прекращено богослужение. Она сначала поступила в хранилище на церкви Георгий Победоносца, там же в селе Коломенском, а в 1928 году она уже зарегистрирована в основной книге учета экспонатов Государственного исторического музея, но, к сожалению, об этом никто не знал, поскольку фонды наших музеев, как правило, раньше хранились в тайне. В 1988 году была передана для выставки в издательский отдел сроком на один год. И по ходатайству святейшего патриарха Алексия II она в 90-м году, в июле месяце, была возвращена. И здесь вот очень пригодилась та самая фотография на иконе, которая была приобретена, или вернее возвращена в храм в Коломенском. Мы на ней проследили со священником храма те же самые повреждения на живописной поверхности, которые зафиксированы на фотографии 1917 года. После обретения иконы, и как полагается для иконы прославленной, святейший патриарх Тихон составил акафист на иконе Божьей Матери Державной. Но, к сожалению, этот акафист не успели издать в то время в России. Первое его издание было в Париже, уже зарубежной церковью. Когда же вот мы обрели эту икону, уже вторично, вот сейчас, встал вопрос, что нужно читать перед ней акафист именно тот, который был составлен
под руководством и при участии Святейшего Патриарха Тихона. До этого в церкви пользовались акафистом, изданным в Соединенных Штатах Америки в городе Джорданвилле. В том акафисте есть и легенда, очень искаженная историей этой иконы, и сообщается там же в рассказе, сопровождающем акафист, рассказано, что все поклоняются в России и за рубежом только списком образа чудотворного, но самого образа как бы нету. Поэтому встал вопрос о том, что необходимо было повторно издать акафист в наше время, вот после обретения иконы. С этой просьбой я обратился к святейшему патриарху Алексию II, что и было сделано. И перед ней теперь читают тот акафист, который был составлен святейшим патриархом Тихоном. Я благодарю коллег Ольгу Неделину и Павла Харламова за этот видеосюжет. И у нас вопрос. Я его принимаю. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Владыка Арсений, можно задать вам вопрос? Скажите, пожалуйста, моя мама давно уже умерла. Я делаю все, что положено. То есть каждую субботу подаю записочки. В родительские то же самое. Молюсь сама в личной молитве об упокоении. Но она мне очень часто снится, а последний сон меня напугал. Мама схватила меня за руку, дернула и сказала: «Хватит, пошли со мной». Что бы это значило? Спасибо. Спасибо. Мне трудно вам ответить, я все-таки не прорицатель снов. Но мне думается, что вспомните из своей жизни, может быть, вас мама что-то просила или что-то приказывала. Особенно часто бывает, что люди, когда готовятся к уходу в иной мир, когда они чувствуют уже приближение смерти, они обычно дают наказы своим родственникам ближайшим, что нужно сделать или выполнить. И мы всегда обещаем, да-да, а когда случается трагедия, естественно, мы кое о чем забываем. И вот после этого бывают вот такие моменты, когда, так сказать, идет напоминание из потустороннего мира о том, что мы с вами забыли что-то сделать. Поэтому я просил бы вас внимательно проанализировать все ваши беседы с вашей покойной родительницей и вспомнить, просила она вас что-то сделать или как-то поступить. И, наверное, вот нужно выполнить в том непременном направлении, как она просила это сделать. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос, Владыке Арсению. Владыка Арсений. Алло, Владыка. Да, мы вас слушаем, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у кого художнику нужно получить благословение на то, чтобы заниматься иконописью и реставрацией икон? Спасибо. Ну, спасибо. Во-первых, если вы хотите заниматься иконописью, вам, по-видимому, нужно встретиться со священниками, которые у нас занимаются иконографией. А если вы хотите заниматься реставрацией, то вы должны иметь квалификацию, потому что не каждый человек может реставрировать святые образа. У нас при храмах есть несколько иконописных школ, где есть уважаемые, заслуженные люди, которые ведут эти кружки с детьми воскресных школ, а также желающими. Это храм святителя Николая на Моросейке, это также Свято-Тихоновский институт, это и Даниловский монастырь, и Новоспасский монастырь, и Рождество Богородицы женский монастырь. И еще несколько храмов, я так сразу вспомнить не могу, по-моему, храм Покрова в Братцеве еще имеет. Есть живописные классы в Китай-городе, в Богоявленском соборе. В Богоявленском соборе отца Геннадия Нефедовича. Да, вот, пожалуйста, обратитесь в эти храмы к руководителям вас, иконописных школ и групп, и думаю, что они вас проконсультируют. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, мы вас слушаем, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Владыка Арсений, у меня вот такой вопрос. У нас умерла мама 10 марта, 40 дней у нее
ее будет 18 апреля, перед Пасхой. Да. Вот как нам быть? Ну, мне думается, что уже принята такая традиция, в 40-й день люди обычно посещают могилы своих усопших сродников. И мне думается, что вы не будете слишком заняты, чтобы в этот субботний день сходить на то место, где ваша родительница нашла последний приют. Но мне думается, правильным было бы, что вы бы и посетили храм, и если в храме будут принимать записочки о покаянии имен усопших, то, пожалуйста, подайте. А если нет, то вы можете накануне поставить свечу в память о вашей родительнице и сами произнесите молитву о покаянии ее души в обителях небесных. И этого достаточно будет от вас. Пожалуйста. Спасибо, Владыка. И мы продолжим обзор дат православного календаря этой недели. И сегодня вторник, 4 марта, по старому стилю, 17 марта, по новому стилю, и день памяти святого благоверного князя Даниила Московского. Вчера, по случаю этой даты, в Троицком соборе Московского свято-Даниилового монастыря была служба, которую совершил его святейшество патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Ему сослужили братья викарные епископы города Москвы и братья обители. И мы напоминаем вам изображения, сохранившиеся до наших дней, на которых изображен князь Даниил Московский. Сейчас перед вами внутренняя роспись, фресковая роспись 17 века Архангельского собора Московского Кремля, где помещены изображения деятелей древнерусского государства. Это не есть портретная живопись, а то, что изображал художник-иконописец, называлось шаровным строением, то есть красками и кистью воображены подобие князей. И вот в ряду московских князей северо-восточной Руси изображен благоверный князь Даниил Московский. Перед вами его изображение. Одно из самых, пожалуй, ранее сохранившихся. А теперь на ваших экранах современная икона 1984 года. Вот как мы говорим, иконография, наиболее принятая теперь в изображении этого благоверного князя. И я попрошу Владыку Арсения, сегодня вот я еще раз просто продолжу свой рассказ, что сегодня утром состоялось освящение часовни во имя благоверного князя Даниила Московского. Она находится вот на Тульской площади, да, это вот так называется? Да. И Владыка Арсений принимал участие, сослужил вчера патриарху во Всеночной в Троицком соборе, и сегодня принимали участие в освящении часовни. Пожалуйста, если можно, несколько слов для наших телезрителей, вот прямо по горячим событиям. Ну, если по горячим событиям, да, то я немножко отцеплю в историю. Угу. Эти не совсем горячие события, а это просто особое внимание главы префектуры к тем памятникам истории и культуры, которые некогда стояли на территории префектуры, но в силу лихолетий, которые несколько десятилетий были утрачены. И городом принято решение о восстановлении части этих памятников, а также увековечивании этих мест памятными крестами, часовнями или надписями на зданиях, где уже невозможно восстановить. И вот хотелось бы отметить и труд префекта Южного округа Александра Васильевича Беляева, который счел возможным восстановить ту часовню князя Даниила, которая некогда стояла на этой площади. И вот мы сегодня свидетели того, что с помощью, по инициативе префектуры, с благословения святейшего патриарха, при помощи доброхотов и благотворителей, мы сегодня получили новый архитектурный памятник на площади, который также ее облагообразил, потому что осенью прошлого года мы с вами увидели памятник князю Даниилу, собирателю земель русских и основателю практически города Москвы. А сегодня мы увидели и часовню, посвященную в честь его имени. И мне хотелось бы выразить благодарность всем жителям префектуры,
которые к этому имеют отношение. В первую очередь, самому господину префекту. Жалко, что болезнь не позволила ему быть на торжественной церемонии освящения, но его люди, которым он поручил это, с большим энтузиазмом сделали все необходимое, чтобы в этот день, в день памяти князя Даниила, было совершено это часовня, и она была готова. Были замечательные слова нашего мэра, уважаемого Юрия Михайловича Лужкова, который с таким энтузиазмом оценивал строительство этого памятника и введение его в строй города, то он просто, ну, я грешным делом подумал, что это жемчужина новая появилась на территории нашего большого города. Но мне думается, что эта жемчужина появилась на территории Южной префектуры в первую очередь. И она построена по инициативе и стараниями самих жителей префектуры. Это вот большое дело. Спасибо, владыка. Телекомпания «Экран-5» снимала и всеночную службу 16-го вчера в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря, освящение часовни сегодня. И в следующий вторник мы обязательно для вас, уважаемые телезрители, сделаем подробный видеосюжет об этом. Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос. Пожалуйста, нет вопроса, да, сорвался. Тогда, если можно, нет, есть, да? Пожалуйста, мы вас слушаем. А Калевому можно ловиться? Пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вопрос. Алло. Да, добрый вечер, здравствуйте. Ну вот не решился человек. Тогда у меня к вам вопрос, если можно. Владыка, вот я немножко пропустила, поскольку вопросы были у телезрителей. Скажите мне, пожалуйста, и я думаю, может быть, интересно всем будет, на каких основаниях обычно можно считать икону чудотворной? Как определяют? Существует специальная комиссия. По каким приметам, признакам, по каким событиям можно сказать, что икона вот чудотворна? Как вы знаете, в диптихе Русской Православной Церкви и вообще Вселенского Православия множество икон Богоматери, которые имеют различные названия. Большая часть, конечно, икон явилась на территории России, потому что тот народ, который позже принял православие, с такой открытостью, теплотой и радостью принял, что он считал все свято. И вот явление икон Богоматери, оно связано определенно с событием. Либо исцеление больного человека, либо еще какие-то явления. Возьмите любой образ, хоть казанский, хоть иверский, или всех скорбящих радости. Все были какие-то явления. То есть либо знамения, либо явления. И естественно, если происходит что-то неординарное, необычное, то об этом извещают руководители епархии, и принимаются определенные решения, создаются комиссии, которые исследуют этот вопрос, действительно ли это произошло или нет. И таким образом, в ходе этих исследований признается, действительно ли явления такие были или нет. Если да, тогда принимается решение и объявляется, что сей образ, вот в силу этих знамений, является особо чтимым и чудотворным. Таким образом, вот мы имеем некоторые святыни и на территории Москвы, которые особо почитаем. Вы прекрасно знаете храм всех скорбящих радостей на Ордынке, который мы вот называем, хотя он Преображение Господне храма, мы его так называем. Там явилась икона всех скорбящих радостей, о которой было сказано сестре, если я не ошибаюсь, по-моему, патриарха Адриана. И когда отслужили молебен, то эта женщина получила исцеление. У нас была Иверская Богоматерь, которая находилась у Иверских ворот, и которую особо люди почитали. Вы понимаете, летописцы всегда писали какие-то события. Самое главное, было событие. А как его уже писатель или, так сказать, жизнеописатель опишет, это уже зависело от его таланта, как он преподнесет читателю то или иное событие. И поэтому явление любой иконы, у нас есть свидетельство в житиях святых, где на каждый день празднуется какой-то святой, в то же время есть упоминание той или иной Богоматери, где она явилась,
и по какой причине. И плюс заключение вот той комиссии, которая... Нет, в житиях это не пишется, это уже остается в документах общецерковных или епархиальных. Спасибо. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос, Владыке Алексеевич. Пожалуйста, конечно. Вот скажите, пожалуйста, сейчас идет спорт, у нас возникли разногласия, можно ли в спорт есть подсолнечное масло? Спасибо. Вы так задали вопрос. Если бы вы жили, может быть, где-то на юге планеты, там, не знаю, может быть, в Израиле или дальше, или в Африке, может, вам и не нужно было подсолнечное масло кушать. Но мы с вами живем в старой, в северной стране, где нет изобилия тех продуктов, которые там достаточно водятся. И поэтому... Подсолнечное масло, оно вкушается, тем более мы с вами в мире живем. Это было в особых обителях, строгих, ну, так сказать, строгим уставом таким, где практиковалось сухоедение и не допускалось вкушения масляной пищи. Я знаю, что вот на севере был один монастырь, даже в советское время, первые недели поста люди совсем не пользовались никакой горячей пищей. Им, да, так сказать, все монашествующие получали уже в сумерках несколько картофелин, соленый огурчик и кусочек хлеба и стаканчик водички. И этим было довольствовались. Это первая неделя поста шла. Но это для монастырей. А мы с вами не в монастыре живем, а в мире. Поэтому нужно больше думать о тех людях, с которыми мы с вами живем, это либо семейные, либо друзья, и не доставлять лишних хлопот, потому что вы, может быть, на себя возьмете подвиг не вкушать масло, но завтра вы вынуждены будете на лекарства гораздо больше выложить, чтобы затушить ту боль, которая у вас образовалась в результате вашего, так сказать, ну... Воздержания. Спасибо. Я еще один вопрос принимаю, да, и пожалуйста. Уже наша программа движется к своему завершению. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. У меня вопрос к Владыке. Скажите, пожалуйста, когда читается молитва священного мученика Киприана? Спасибо. Если нужен православный календарь, пожалуйста, вот так сходу ответить, наверное, ну, может быть. Знаете, да? Я все-таки священник, не практикующий священник. Во-первых, наверное, священномученик Киприана молитва читается в день его памяти, это первое. А потом нужно все-таки посмотреть, чем полезен данный святой в жизни человеческой. Потому что есть определенные, ну, сказать, покровительства, как бы усваиваются святым. Например, Зосим и Савати Соловецкий, это как бы покровители пчеловодов. Святой великомученик и целитель Пантелеймон, ему болящие молятся. Поэтому, я думаю, священный мученик Киприан тоже имеет какое-то достоинство, и люди в определенных трудностях обращаются к нему с просьбой помочь в разрешении той проблемы, которая с ними создалась. Тогда и она читается, эта молитва. Ну, видимо, надо посмотреть православный календарь, день памяти, и найти житие, если у вас оно есть, и все там... Зависит, станет... главное, от силы веры. Вот в чем дело. Спасибо большое, Владыка Арсений. Уже 43 минуты, и мы должны заканчивать нашу программу. Я очень благодарю вас. И наш 100-й выпуск нашей программы «Дорога к храму» подходит к концу. В программе принимал участие Владыка Арсений, архиепископ Истринский, викарий Московской епархии, за что мы ему глубоко благодарны. Я с удовольствием и наилучшими пожеланиями поздравляю всех именинников текущей недели с их тезаименитствами. И мы увидимся теперь 24 марта, то есть следующий вторник, будет видеосюжет о торжествах, связанных с памятью святого благоверного князя Даниила Московского, небольшой рассказ продолжения о приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и о неделе третьей Великого Поста Крестопоклонной. Всего вам доброго. Благодарим за внимание. Спасибо большое вам. Спасибо.